Всем привет, с вами я, Вадим Се, на игра Американский Пеклец, и за нами уже погоня, так что... Поймали попытка побега. Дай тачку. Возможно, звучит странно, но ты снова должен разбить парочку машин. Для тебя это обычное дело, есть повод. Мой приятель попал в беду, хочет его выручить. Хочу его выручить, надо обеспечить его автосервис клиентами. Ну, это больно просто. Да, тебя дела, Джен, я беспокоюсь. Чего? Да не время, ты что-то не особо мне помогаешь. И про Бузард мы пока ничего толком не выяснили. Не, мне кажется, то, что я бесполезен, что не выполняю свою часть работы. Волнуюсь за тебя. Возможно, стоит сменить стратегию. Я все сделаю. Сказал, сделаю. Тебе не помешало бы хоть немного поверить в меня, Уэлл. У меня в любом случае кое-что назревает. Скоро у нас обоих все начнет налаживаться. Но сперва давай поможем этому парню. Идет. Можешь расколотить парочку пикапов, а хозяева пригонят ему их в ремонт. Она обещает поделиться со мной прибылью.
Thank you.
где-то отдохнуть, спрятаться. Да уж. Вообще ж, ну никак. Там он не может ломаться.
Почему ни одного курсовика? Еще один пушка. Очень патронов пистолета. Веревка, поднять. Сейчас посмотрим. Да. Bye.
на мусорке сейчас будем. Их искать и сшибать. Thank you.
Починка, починка, банк, аптека, автосалон, двоенг, вонка, задание, кафе, ломбард, магазин, одежда, оружейный магазин, пончиков, ремонтная мастерская. Вот она. Еще один где-то. Где же? Владелец все сделал, ему нужна была прибыль. Я позабочусь о том, чтобы все владельцы получили флайеры на ремонт 150.
если получится вытащить это. Это неплохо для начала, но мне нужен подходящий наряд. Что за повод свидания? Ревнуешь? Нет же. Я шучу, достань мне это платье. Хорошо. Принять. Слышь, платье 900. Вставляю жизнь. Thank you.
неудач. Прикольно. Да ну... Блин, задолбали со своим одеждой. В общем, не получилось. Что ж, на этом я с вами закончу, остановлюсь. С вами был Вадим Сена, игра «Американский пиклет». Отлично вам настроение, всем пока, всем.